Грузия может приостановить вакцинацию препаратом AstraZeneca. Об этом заявила замминистра здравоохранения Тамара Габуния. Сегодня стало известно о первом случае серьезного осложнения после прививки. 27-летняя женщина впала в кому. Все подробности узнаем у нашего корреспондента в Тбилиси Михаила Рабакидзе. Медсестра работала в одной из клиник города Ахалцихи. И незадолго до того, как ей сделали вакцину, чувствовала себя хорошо. А сразу после вакцинации даже дала интервью одному из местных каналов. И всем советовала срочно сделать вакцину. Обращалась к своим коллегам. И говорила, что пока у нее нет никаких неприятных ощущений. Буквально через 15 минут состояние ее здоровья резко ухудшилось. Она потеряла сознание. Еще через некоторое время пришлось ее подключить уже к аппарату искусственной вентиляции легких. А позже, когда она в сознание не пришла, было принято решение срочно везти ее в Тбилиси. Ну а еще в полдень президент Грузии Саломе Зурабишвили сама рекламировала и пропагандировала начало вакцинации и советовала всем делать вакцину, несмотря на то, что она не является медработником, а пока что вакцинирует только врачей. Она сегодня в свой день рождения пришла в инфекционную клинику и получила вакцину. Но в настоящее время Саломе Зурабишвили себя чувствует хорошо, никаких признаков нарушения самочувствия у нее нет. Что касается ситуации с продолжением вакцинации, то на заседании координационного совета членам этого совета придется решить вопрос, продолжать или нет вакцинацию, или же на время расследования инцидента с медсестрой Меги Бакрадзе ее приостановить. Арман. Спасибо. Это был наш корреспондент Михаил Рабакидзе из Тбилиси, где медсестра впала в кому после прививки вакциной AstraZeneca.